Так, и снова здравствуйте, друзья, дорогие друзья и подписчики. Продолжаем мы Battlefield 4 колбасить. Да, пошли. Все куда-то парни убежали, остался я один. Куда мы бежим-то? Что нам делать? Что, что? Это не то же самое, что пытаться ее выбить. Расслабься, парни. Мы доставим их на варенье. Оставь это мне. Я так понимаю, что... Куда нам? Эта вертушка не сулит ничего хорошего. Охренеть. Что нам делать? Где вертушка? Черт. О. Так. Ребята, графика шикардос, ребят. Просто... Я еще раз вам говорю, можете бесплатно пройти, зарегаться на Origin, да, и в свободном доступе вот неделя тестовая игры. Давайте что, прыгаем, где нам тут прыгать надо? Куда нам тут прыгать, я не пойму. А, вот. Ну дайте пройти-то, что встали-то как бараны. Эрик, ты думаешь о том же, что и я? Никто никогда не знает, о чем ты думаешь. Да ладно, придумай что-нибудь посерьезнее, чтобы короче, по фонтану, ребята, мы тут бежим. Понятно. Где там все? Что-то я не туда ломанул. Там палкой мне дубиной огрели. Есть что пострелять-то? Дайте хоть что-нибудь, а. Так, все побежали наверх, да? Что я включил? Е кнопка, да? Посмотрим, что у нас есть. Ну. Приготовиться. Дай мне оружие. Так, продолжаем. Это что еще за пукалка, мать ваша? О-о. Нам нужно в гостиницу. Не вижу. Випы наверху, значит, это небесный бар и крытый переход, по-моему, так. Небесный бар. Это точно на крыше. Ты должен позвонить жене Дана. Да, я знаю. Просто... Закрой эту чертову дверь! Не понял. Чё-то чувак висел вообще на небе. Вот это жесть. Черт, по-моему, мы только что вторглись в Китай. Придется искать другой выход. Какой так выход? Что, у нас есть выбор? Нет. Только быть начеку и выжить. Давай. Все нормально. Чертовых видов. Ирландец, Рэп, гляньте. Так, надо нам пукалку тут посмотреть, что у нас тут есть. Берем вот эту, наверное. К чему они готовятся? Вот это нормашная. Пекарь, нахрен нам пекарь, да? Можно его поменять, интересно, на какую-то другую автомат? Не, ни хрена похоже. Ладно, пойдем-то вот давайте с этим, наверное. Пошел, пошел! Прямо в яблочко! Пойдем с фланга и сделаем их!
где они-то бесят? Что-то вроде бежали. Ты где? Ах ты чмо! Ребята, жесть. Ох ты, ё, ни хрена себе, гранатомёта что ли воткнули. Что это мясо? Вообще не понимаю, откуда колбасят-то. А, вот он где. Ах ты, сволочь. Куда ты пошел? Ну, стоять. Вообще, конечно, жестко, ребята, сделано все тут. Охрененно, ребят. Погнали, погнали, погнали. Вот это мясо, ребята, вообще. Это все? Больше не осталось? Да, думаю, да. Что-то подвисаю, подвисаю, да, ребят, подвисаю. Бляха муха. Защитный дверь. Поколдуйка, па. Фух. Ни хрена тут лампа крутится. Дьявол! Херово! На крышу лети! Ой, это наш! Следи за окнами, будь готов! Фу ты, ё-моё! Ремин это захватил, Рэг? А где их захватить? Где-то были мины? Нет, наверное, там наверху. Бегу, бегу. Они на балконе. Да они это кто? Не пойму, где ты есть-то? Где эта сволочь? Вот он. Глянь, какой живучий сволочь. Поторопись, парк! Быстрее, не могу! Пусть подойдут ближе, тут их и уложат. Да кто мне втыкает, я не помню. Нихера он там заливает. Блять, патроны кончились. Сорян, ребят.
На-ка, получи. Бак, быстрее, мать твою! Да какой, подожди, дайте ствол-то взять какой-нибудь. Ну, не, нормас. Классно стреляешь, блядь! Они лезут и лезут! Давай, бегом, 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 бегом! Чё ты там вообще, не открыл? Ох, ё! Успокоился, нет? Ты чё, ожил что ли? Япона дрын завалили. Ух ты, ё, фух. Да, парни, игрушка-веселушка такая. Всем советую, ребят. Еще раз повторяю, на Origin сейчас идет в свободном доступе. На недельку включили тут. Бляха-муха. О, бляха-муха. Защитная дверь. Так, что-то взяли. Готово. Секундочку. Ну-ка, давайте мины воткнем тут где-нибудь. Заходить тут. Чищал вас, херово. На крышу лети. Рек, следи за окнами, будь готов. Ты мины-то захватил, Рек? Захватил уже. Все нормас. Все нормас, парни. Мини, 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 мини. Ну, что теперь, куда идем-то? Негритос. На позицию! На какую? Они на балконе! Так, это ковыряется еще. Что тут надо делать? Хрен его знает. Так, где эти упыри-то? Бак, быстрее, мать твою! А, почти готово! Классно стреляешь, Рэк! Они лезут и лезут! Где-то откуда-то морёшь-то, я не пойму. Бегут, 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 бегут. Тот-то живой, нет? Я не пойму, где он там. Давай, давай, я побегу. Уж проще нет. Дай пройти-то. Он раскорячился. Ясно. Мы куда, наверх идем? Пошел, пошел!
Это наши. Все чисто. Нож. Никого. И чё, подойдём? Вы припозднились. И чё? Пробиться наверх через разведчиков требуется время. Поэтому я и поменял комнату. Если ты ходишь поверх, мы тебе, чёрт возьми, зачем? Выйти на улицу труднее, чем в коридор. Заходите. Да хрена я взял эту хрень. Ну же, Рекер! Сейчас иду, иду. Так, ух ты. Где машина? Машина? По улице нам не проехать, там полно китайских солдат. Ну, охренеть можно. А что это за баба? Это очень важные люди, женщина и ее муж. Мы должны вытащить их отсюда в целости и сохранности. Я Ханна, а это мой муж. Спасибо, что пришли. Извините, сэр. Простите, мэм. Вы меня понимаете? Вы в порядке? Передвигаться сможете? Пока не пешу, Ханна, где-то. Еще Ханна, еще ши. Того еще и с переводчиком. Ему нужно отдохнуть. Времени отдыхать. Ну и пусть нас остается, пошли отсюда. Я заметил вертолеты на крыше, надо уходить. Значит, идем наверх. Что? Так, а этот кто такой? А я его поведу. Нравится или нет, но таков план. Ты-то кто такой? Или есть варианты, сержант? Теперь мы вертолеты угоняем. Мы закончили. Моему мужу нужна помощь. Все это насилие. Все понятно, давайте, короче, пошли. К чему оно приведет, сержант? Это не... Спасибо, что пришли, сержант. Я благодарна вам за это. Пошли. Пошли. Быстро. Вперед! Вперед! Беги, беги! Не высовываться! Пошли, Рэк! Да дай пройти ты, ё-моё! Если не получится, нам хана. Выбора у нас сейчас нет. Так, наверх. Идите вперед! Сэр, мэм, ждите здесь! Ладно, идем наверх. Тут, наверное, охрана какая-то у вертолета будет. Я так понимаю. Осторожно, Рек. СВД, вот мы на СВД бы. Используй укрытие! На СВД классно. Че, нельзя несколько-то брать? Блять, не могу прицелиться в этих мудаков! Я прикрою тыло, пошел! Пошел, пошел, где там? Ах ты, козел. Долбанный револьвер. Йо, граната, граната, граната. Ну-ка, где наша СВД? Ты там стреляешь-то, а? Куда ты засовываете-то нам? А, откуда снизу тут? Сейчас, парни. Вот сука. Рекер,
сдохни ты, ядрен батон. Сейчас будет рывок. Прямо в качан парню загнали. Так, есть. Погнали. Все на борт, быстро! Давай, давай, полетели. Давайте, проверьте, Рейк. Пошли, пошли, давайте, давайте, давайте. Вас завалили. Где, кто там, откуда? Херовая была идея, Корик. Твою дивизию сдохнет, собака. Перезарядка, икона мама. Да как так-то, на? Да на уже, умри. Кто-то напихивает тут булки. Где? Вот он, отойди. Так, СВД берем. Все нормально, где-то еще наверное. Ага, вот. Вылазь, вылазь. Да как так-то и... Ну давай высунь свою рожу так. На-ка тебе, паря. Давайте, кто еще где есть-то? Все, умри, собака. Все. Кажется, все. Блин, вертолет угнали. Так, зарядились, пошли. Куда идти? Пошел, куда пошел? Так, куда идем-то? Пятачком. Кого тут караулишь-то? Пошли куда-нибудь-то уже. Кого караулят? Куда идти? Что делать? Ни хрена не пойму. Ah!
точка! Крепость, это могильщик 4. Крепость на связи. Нам пришлось покинуть машину. И полетят к вам в захваченном вражеском вертолете. Одному из них требуется срочная медицинская помощь. Мы все еще в башне, сэр. Ищем другой выход. Прием. Ясно. Оставайтесь на связи. У нас все наперекосяк. У нас все наперекосяк, ребята. Давай, поехали уже. Господи боже. Эй. У тебя что, клаустрофобия? Прицел просвечивается в город там, ребята. Из лифта смотрите. Да я боюсь. Боишься? Вообще нормально. Вы что, блядь, издеваетесь? Я эту песню люблю. Хорошая, блин, песня. Пока все хорошо. Я пойду первым. Давай, иди. Пошли. Пока тебя не рухнули. Если это то, что я думаю. Вот о чем я и говорил. Крепость, это могильщик 4. Повторите еще раз. Повторяю. Мы не можем оставаться на текущей позиции. Эвакуация невозможна. У вас 30 минут, чтобы вернуться на корабль. Это крепость. Конец связи. Ну, что нам делать? Вертолет над площадью. Быстрее всего будет на восток. По главной улице. И что? Мы ж тут это сбоку заходили. Я не пойму. Я готов, готов! Ты... Трекер, ты пришил одного! Одного? Что-то, ребят, звук подтупляет. Дети китать старут. Бежал. Это главная улица. Пойдешь слева, Рекер. Отлично стреляешь, Рекер. Около Омада. Бля, аллея налево, бегом! Хорошо, осторожнее на углах. Вот.
Ёп, танк на. Фу. Ни хера тут с танка лупят. Хера тут танк лупит. Че там? Сволочь. Вау, граната, мать ее. Писец, я тут своих, что ли, наставил. Как забрать ту мину? Сверху держите, поднять. Забираем ее с собой. Обосраться можно. Я точно, что можно обосраться. Р. Ни хрена в упор ему засадил. Парни. Дохлый китаец. Ю. Дайте какой-нибудь гранатомет, я ему засадил бы уже. Думаю, да. Вроде он больше. Кажется, мы оторвали. Кажется. Когда кажется, креститься надо. Брекер, сюда. Мы почти у реки. Ни хрена себе. Тут война полным ходом. Что за херня там происходит? Ну же. Боже. Это уже гражданская война какая. Не, не сюда. Да, блин. Сюда. Помогите нам. Мы хотим добраться до реки. А, тут дверь. Куда я свалился, пиздец. Куда-то, ребята, багануло. Не пойму, друг, куда. Как выйти-то и бьем батон? Это опасно! Не стойте у окна! Отойдите! Отойдите! Пошел бы! Багануло, ребята! Вон они сейчас стоят, где? Дверь тут, это я понял. Нам нужна ваша помощь! Будьте здесь, защищайте ребенка! Давай, Рейгер, пошли! Вижу. На карте. Чтобы пробить его броню, понадобится взрывчатка.
Короче, трындец, ребят, багануло. Посмотри, может, где найдется то, что нам надо. Найдется. Может быть. Сейчас давайте попробуем, ребята. Закрыть. Попробовать продолжить с контрольной точки, я не знаю. Давайте продолжим. С контрольной точки. Думаю, может, не зависнет это все дело. Писец. Дело грязь. Багануло. Рэк, тащи гнокль. Посмотри, может, где найдется то, что нам надо. Да, все, ребята, что-то тут произошла какая-то шляпа. Тут его, мать, не пройти, походу. Да, ребят, наверное, придется перегружаться нам. Контрольная точка у нас тут где-то. Давайте на этом пока, значит, и закончим. На этом, ребят, закончим обзорчик Battlefield. Это вторая часть у нас, значит, багануло что-то с леганца. Так что подписывайтесь на канал, будем проходить дальше на Original бесплатно. Тестовый режим на неделю проходите, регистрируйтесь на Original и ищите Battlefield 4. Там, ребята, сейчас идет тестовый бесплатный режим, то есть можете спокойно скачать игру и поколбаситься, что в мультиплеере, значит, в онлайне, значит, что попроходить сюжетную линию. Все, с вами был Драйвер 51 Рус, всем удачи и пока.